добиться. Я вся горю, не пойму, отчего сердце. Подарила нам свое сердце. Валерий Яковлевич, сердце подарили. Берем? Сердце-то берем, а с пением-то у нас беда. Я не имею, не у вас беда, а беда, потому что самые ответственные, самые верхние ноты, которые были нам очень нужны и важны, были уничтожены. Человек берет ответственную ноту свою, может быть, самую важную в жизни в это время. Что? Давайте людям петь иногда, понимаете? Вы очень красивая. Спасибо. Аж по пению я ничего не понял. То, что я услышала, было безукоризненным. Огромное вам спасибо. И то, о чем сейчас говорил Валера, к вам не имеет никакого отношения. Нет, имеет отношение к публике. Пожалуйста, не пугайтесь. У вас так изменилось лицо. Все клево, отлично поете. Я слушайте, не о вас, не абсолютно не о а вас. А мне знаете, что понравилось? Я сейчас не соскакиваю с темы. Мне так нравится оркестр. Я просто вот сижу и думаю, это вам такая поддержка, такая подпруга. Они живые, они настоящие ребята. Класс. Было ощущение, что Маляка волнуется. Словили эти волны? Конечно, вот особенно на высоких нотах. Но она настоящий профессионал, у нее очень сильный стержень и дыхание поставлено. Это классно. Ваше выступление похоже на диктант, написанный отличницей. И даже искать нечего, придраться нечего. Ваша внутренняя девичья чистота, она настолько на лице на вашем написана. Вот хочется сказать, дай Бог тебе мужа хорошего, деток тебе хороших, послушных. Но я думаю, что твоя мамочка и папочка сейчас смотрят на тебя и радуются. Я хочу передать привет твоим родителям, которые, они по тебе видно, какие там люди. Вот и все. Спасибо. Спасибо большое. Вы запали мне в сердце, исполнив песню «Скрип колеса» с потрясающей аранжировкой. Спустя дня два, наверное, после прослушивания залез в интернет
и посмотрел ваши ролики. Они произвели на меня безумное впечатление. Я бы хотел, чтобы вы специально для Леночки спели какую-то татарскую песню, народную немножко. Потому что я ее слышал там, и у меня перевернулось все. Спасибо, Володя. Спасибо большое тебе. Я так это люблю. Песня называется «Сандугач», «Соловей». Сандугач, сандугач, китме, китме, сандугач, канатларын талады. Жерне қолдырып, бізді туып үстің сен, шық суларын үштің сен. Браво, Валерий Яковлевич! Вы услышали сейчас те самые необходимые высокие ноты, которые вы ждали в предыдущем выступлении «Маляки». Спасибо большое за то, что дали возможность услышать прекрасный голос. Спасибо, это было великолепно. Это было как бриллиант. Спасибо. Вы уникальны. Дорогие друзья, у нас впереди еще два выступления в этом поединке. Мы с «Малякой» удаляемся и приглашаем на сцену Арсения Бородина.